Муха снимает. Всем привет. Не видно будет, если я назад покажу. В общем, дети в машине. Дети, скажите громко привет. Привет! Здравствуйте. Тоже ребенок такой. Здравствуйте. В общем, мы выдвигаемся в путь. А то говорят, там море без нас волнуется. Это не телефон мутно снимает, это стекло запотело. Потому что у нас похолодало. Да? Ну, я, видите, блогер-то еще такой. Блогер, как говорят, да, Миш? В общем, никакой. Ну что, счастливой нам дороги? Тогда не буду я планшет снимать. У нас тут Алиска в планшете. В общем, вместо навигатора мы ее поставили. Вот. Хотела луну снять. И тут дома. Такой шар. Круглый абсолютно. Что это? В общем, въехали в какое-то такое месиво, не пойми из чего. Стекло то ли запотело, то ли чем-то облеплено стало. И запах. Сначала хлоркой пахло, теперь гарью пахнет. Ну, в принципе, это вроде как это туман. Что такое было, Сереж? Приезжаем в Рязань. Его скребутся от Лас-Вегас. Несколько метров было вообще ничего не видно. Даже вот асфальт впереди его как бы не было. Только густой туман был. Впереди камера на 40. Вроде показывают через город ехать. Так, ладно.
решили немножечко город мы поснимать, пока все спят. Еще один товарищ. Тоже сейчас запечатлеем на камеру. Все говорят, что их можно снимать. Они при исполнении. Да, Сергей Ильич? Многие вот жалуются, что запрещают съемку в магазинах. Хотя неправомерно, потому что покупатель, как потребитель, он имеет право получить информацию о товаре в любом виде, в том числе и сняв это все на камеру. Если это магазин, если там стоят ценники, то снимать их на камеру не запрещено. Может, я информацию лучше усваиваю дома, потом. Вообще, магазин — это как бы публичное место. Единственное, что уже как бы да, если ты лично снимаешь, то или как-то убирать это с камеры, или что, если человек не согласен. А товары снимать можно. Поэтому, когда в магазинах говорят, уберите камеру, это уже хамство. Вот, решила город поснимать. В общем, мы попали в зону светофоров. Мы останавливаемся на каждом светофоре. Сейчас пока едем, там опять да, загорится красный. Нет, он там уже горит. Красный. Так чистенький город, вроде как убрано все. Я, конечно, не знаю, как, какой улице мы едем. Улица Ленина. И зачем мы здесь едем? Раньше, когда мы по старому навигатору ездили, мы через город не ездили, нас как-то на страну уводило. А в этот раз мы поехали. В общем, у меня Сергей пошел с навигатором. Типа его перепрошить. Ему сказали, ты че? Старый век уже, все. Прошлый век. Нет таких сейчас. Выброси, говорит, его. Все уже с телефонами и планшетами ездят. Мы тоже. Мы здесь уже были. Только мы туда, в ту сторону ездили. Мы, может, не туда повернули? Не были мы здесь. Не были. Были, там арка была вот та. Парк. Купола храма выставляются. И, в общем, мы поехали с планшетом. И вот я переживаю, не глюкнула ли у нас дамочка-то. Почему дамочка? Потому что женским голосом. Когда заработала, все сразу, ой, какой голос приятный. Да, Лер, понравился голос-то? Молодежь попадается. Что она делает, непонятно. Сегодня какой день недели у нас? Понятие. Что понятие? Вторник, наверное. В общем, сегодня вторник. Вторник, не выходные дни, чтобы вот... Чтобы какие-то гулянки были. И я не знаю, открыто здесь, не открыто. Я про заведения злачные. У нас-то вот пока только еще открыли всякие столовые. Насчет ресторанов не знаю. Странно, что нас через весь город. Впереди дорожные работы. Что? Это она тебе знаки называет. Тоже дома.
вперемешку и старые постройки, ну просто старые и старинные, и есть вкрапления, которые вот как бы недавно поставили, построили, точнее. Уже скучно становится, уже все обычное такое.